Всем привет! Сегодня 20 августа 2021 года, Харьков. Плюс 31 в тени. Пасмурно. Дед работает на улице. Вот это вот стоит гранат. Я его поднял повыше на ведро, чтобы удобно было. Видите, чем я занимаюсь? Я разгибаю вот эти вот ветки, вот они, разгибаю, и вот так с помощью проволоки, вот она, вот этим вот изогнута, так вот, вот она, пришпиливаю. Сейчас я одной рукой попробую, вот ветку беру, наклоняю ее и одной рукой вот так вот пришпилю ее и придавлю, чтобы она врезалась туда, держалась. Если не хватит, значит я удлиню ее, сделаю длиннее, а потом вот так вот проволочкой вот чуть-чуть ее подогну, чтобы держала. Это у меня будет 1, 2, 3, 4, 5 хороших саженцев. Здесь достаточно вот присыпать, царапнуть чуть-чуть вот именно в этом месте вот, где будет прикопано, и она пустит корни. Это гранат. Вот еще видно, видите, вот жировичок такой пошел, еще один жировичок. Дело в том, что жировики, они повторяют все свойства материнского растения. Это гранат гюлоша. Тут же мы его и размножаем. Не надо делать воздушные отводки. Я немножко ему вот расчистил здесь. Здесь вот пенечек убрал. Даже садовым варом не замазываю. Здесь подрезал, чтобы он более-менее был такой кустистый. А выращен был, да, 3 года назад из черенка. Черенком был коренен, и теперь вот такой вот растет. Это молодой, его нагибать еще не стоит. Вот такие вот, да, уже стоит нагибать. Видите, он длинный. И этот. И даже можно его чуть-чуть подрезать. Вот так вот. Поливать надо. Я немножко замульчировал торф, листовой перегной, чтобы питание ему обеспечить. И теперь осталось только поливать и все. Но занести в ведре очень удобно будет. Помещение, как только начнется похолодание. А ночью в августе уже становится холодное. 10 градусов он еще выдержит плюса. А уже меньше надо будет заносить. И хочу показать укроп какой вот. Я вам показывал, сеял. Вот уже зашел. И хурма россиянка. Лист огромный он. Огромные листы такие вот. А вот эта вот почка даст росток на следующий год. И именно такие вот по прививку хорошо. Потому что я разгибаю, вот они, видно, вот она почка, мощная, хорошая. Вот так вот я разгибаю, чтобы была плодовая веточка, потому что вот это плодовые почки, вот раз, два. А на той жировик был, поэтому я его немножко умерил пыл. Спасибо, что были у меня в гостях. Пока, до новых встреч.